Турецкие СМИ объявили о том, что у Ханде Эрчель новый роман. Однако насколько эта информация правдива? Об этом мы узнали у самой звезды. Жадная до сенсаций турецкая пресса неожиданно объявила, что Ханде Эрчель начала встречаться с баскетболистом Арталом Азмызраком. Пару якобы впервые увидели вместе на дне рождения Ханде. К слову, там было достаточно гостей, однако почему-то объектом внимания таблоиды выбрали именно господина Азмызрака. Впрочем, на этот раз Ханде не стала держать паузу. Накануне ее заметили в своей машине, где она дала небольшое интервью. Как признала звезда, она очень огорчена вышедшими новостями о любовном романе. Они давно дружат с Карталом, но никакой любви нет. Как заметила Ханде, если женщина одинока, то ей вечно приписывают романы, и этот факт ее очень расстраивает. В ее жизни сейчас никого нет, хотелось бы все же, чтобы журналисты это поняли. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.